Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Как обычно, по традиции, вместе со мной мы заряжаем себя на самый лучший день и проговариваем такие слова. Сегодня я ставлю перед собой грандиозные цели, и я знаю, что я их достигну. Вот говорим один раз, и вы посмотрите, какие бы цели вы ни ставили перед собой, вы обязательно достигнете многого. Ну а теперь уникальное послание на 17 марта. Полюса и крайности. Возможно, сейчас вам нужно вернуть равновесие себе и своим взглядам на жизнь. Для этого важно осознать, что любая вещь или ситуация наделены полярными качествами. Когда мы судим о добре или зле, можем ли мы точно утверждать, что истина за нами? На самом деле, наши взгляды, позиции есть не что иное, как односторонний взгляд на ситуацию, в которой, как было сказано ранее, есть две противоположные стороны. Именно противоположность качеств одной и той же вещи делает жизнь многогранной и интересной, позволяя человеку смотреть на ситуацию под разными углами и определять для себя более привлекательную сторону положения. Но не стоит забывать, что обладая способностью видеть эту двойственность, отказываясь от ограничений и суженности мышления, мы даем себе спокойствие, восприятие происходящего и уравновешиваем крайности. И на протяжении всего дня обязательно проговорим такие слова. Мое состояние всегда спокойное и умиротворенное. Вот говорим 7 раз, и вы посмотрите, как вам все легко будет даваться.